Хәйерле көн, хөрмәтле тамашачылар, эфирда алдына сығарылышы. Хезмәт хәнүнәтенең тулы кимәлдә үтәлмәү ниндәй проблемаларыннан янай? Мәсәлә, ни тиклем етди тора? Булар ошо көндәрдә түңәрәк өҫтәл артында тикшерелде. 24 июль хакимиәттең конференциялар залында формаль булмаган мәшғүллек һәм республиканың ойышмаларында эш хаҡы буйынса бурыстарҙы бөтөрү һораулары буйынса түңәрәк өҫтәл булып үтте. Кәңәшмәне Күмертау ҡалаһының хакимиәте ярҙамында Башҡортостан республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы ойоштора. Сарала ҡатнашыу өсөн Мәләүез, Ейәнсура, Йылайыр, Көйөргәҙе, Күгәрсен, Федоровка, Хайбула райондарынан прокуратура вәкилдәре һәм хакимиәт башлыҡтарының урынбаҫарҙары ҡатнаша. Это круглый стол, на котором мы обмениваемся опытом по направлению деятельности. Это ликвидация задолженности по заработной плате и вот, борьба с неформальной занятостью. Неформальная занятость – это бич сегодняшней экономики. Это огромный вред наносится как работнику, так и работодателю, и государству в целом, так и тем гражданам, которые честно платят налоги и работают в формальном секторе экономики. Поэтому с этим явлением нам нужно бороться всем миром, и мы надеемся его победить. У нас эта работа начата еще с 2013 года в республике, и вот за период с декабря прошлого года по сегодняшний день мы легализовали практически 40 тысяч человек. Кәңәшмәне асып, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры урынбаҫары Татьяна Глухова хеҙмәттә легализациялау һәм эш хаҡы буйынса бурыстарҙы бөтөрөү буйынса дәүләт сәйәсәтенең төп йүнәлештәре тураһында һөйләне. Фактически, те, кто работает нелегально, они нас же обкрадывают. Они ходят за наши деньги, построены детские сады, посещают наши больницы и все прочее, прочее. Вот в таких направлениях нужно вот, информационно-разъяснительную работу вести. Как бы хорошо было бы вот, да, в местах массового скопления и листовки. У нас, кстати, вот профсоюзы победили среди общественных организаций, конкурс выиграли по оформлению вот наглядной агитации по неформальной занятости. И, значит, кроме баннеров, они еще у нас будут листовки и памятки тоже выпускать, тоже они будут распространять там по своей линии. Вот их тоже нужно в местах массового скопления людей положить, чтобы люди с собой взяли, дома показали и так далее, и так далее. Ултырыштан һуң министр урынбаҫары сәғәт 2-нән алып граждандарҙы шәхси һорауҙар буйынса ҡабул итте. Обычно обращаются граждане по всевозможным вопросам, невозможно даже предугадать. Но в основном это меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это вот одинокие, многодетные семьи и инвалиды, и прочие вот такие категории населения. Актуальная сейчас тема жилье для ветеранов войны и для инвалидов, и меры государственной поддержки семьям с детьми. Күмертау ҡалаһы хакимиәте башлығы Борис Беляев ҡаланың социаль-иҡтисади хәле тураһында һәм ҡалала формаль булмаған мәшғүллекте кәметеү, эш хаҡтары буйынса бурыстарҙы бөтөрөү мәсьәләләре тураһында һөйләне. Сегодня далеко не все работники понимают, что отсутствие заключенных трудовых договоров и контрактов максимизирует нарушение их трудовых прав и социальных гарантий. Работники лишают себя будущей пенсии, социальных выплат по больничным листам в случае получения увечья на рабочих местах и в других случаях. В настоящее время неформальная занятость, легализация теневой заработной платы и создание условий для своевременной ее выплаты остаются одними из основных задач в сфере социально-трудовых отношений. Хеҙмәт ҡануниәтен үтәү буйынса тикшереүҙәр һөҙөмтәләре менән Мәләүез районара прокурорының урынбаҫары таныштырҙы. Мы, значит, во-первых, проводим совместные проверки. В истекшем периоде 2015 года проведено более 14 совместных проверок. Привлекаются к этим проверкам и сотрудники администрации муниципального района, и органов пенсионного фонда, фонда социального страхования. То есть это рейдовые проверки объектов массовой торговли. Это рейдовые проверки организаций, оказывающих различные бытовые услуги, то есть вот эти автомойки, парикмахерские и так далее. Ну, естественно, значит, эффективным средством
скажем так, борьбы с таким явлением, как вот неоформление трудовых отношений, является, во-первых, разъяснение возможной ответственности за такие действия, бездействия, а именно это административная ответственность по части 3 статьи 5 прим. 27 КУАП РФ. У нас установлена новая статья вот с этого года, и достаточно значительные штрафы, и любой, значит, предприниматель должен знать о том, что если он не будет оформлять трудовые отношения со своими работниками, то штрафы там исчисляются десятками тысяч рублей. Ултырыш одағында кәңәшмәге сақырылған муниципалитеттар бойынса башқарылған іш өтімтәләрі текшерілді. Әлбетте, хідмет базарында формал болмаған мәшғүллікті кәміту бойынса һорауҙар байтақ туа. Бар қыдықындырған мәсәләләр бойынса хідмет һәм халықты социаль яҡлау министры урынбаҫары тулы аңлатмалар һәм кәңәштәр бирҙе. Егермейтенсеюль хакиметте Ир ауылының 145 яшлык юбилейін ойыштыру һәм үткәрі һораулары буйынса махсус комиссия ултырышы болып үтте. Байрам саралары 8 августа үтәсәк. Программала күсмә һаулык үҙәге эше, экскурсиялар, сауда нөктәләре эше, осрашыуҙар һәм уйын программалары ҡаралған. Ойыштыру комитеты тәҡдимләрҙе иҫәпкә алып, үткәреләсәк сараларҙың бар яҡтарын тикшерҙе. Күмертау яштары уңышлы Бөтә Рәсәй форумында ҡатнаша. Ырымбур дәүләт университеты филиалының студенттары ниндәй сәфәрҙән йөрөп ҡайтыуҙары тураһында артабан. Күптән түгел Башҡортостан Республикаһының Яштар сәйәсәте министрлығы хәбәр итеүенсә, Ырымбур дәүләт университетының Күмертау филиалы студенттары Ирина Неверова һәм Валентин Евченко ивылғы 2015 Бөтә Рәсәй яштар форумында конкурс һайлауҙар үтәләр, эксперттар тарафынан юғары баһалалар һәм Башҡортостан Республикаһы делегация составында Владимир өлкәһендә үткән лидер сменаһында ҡатнашалар. Ошо көндәрҙә студенттар тыуған яҡҡа ҡайта. Яштарҙы уҡыу йорто директоры Валерий Онищенко университет етәкселеге һәм ата-әсәйҙәр йылы ҡаршы ала. Мне очень приятно отметить то, что вот наши ребята, Ирина и Валентин, они активно участвуют и в научно-практических конференциях. И надо видеть о том, как они к этому готовятся. Вот вы знаете, можно судить по человеку, по молодому человеку, только со стороны, взглянув на его отношение к поставленной задаче. И вот когда мы видим, как серьезно подбирается материал, как он опробируется, как выстраивается уже текстовая часть выступления, как переживают и готовятся, как бегут, приводят себя в порядок, чтобы выглядеть не только грамотно подготовленным, но и эстетически выглядеть в варианте своего выступления. И вот это все складывается в наших ребятах. И вот сегодня мы именно такую встречу проводим с той целью, чтобы охарактеризовать, поддержать и просто сказать спасибо нашим молодым людям и родителям наших ребят. Сәй артында тәхәрәттәр менән уртаҡлашыу, йылы хәтерәләр тураһында һөйләү йәштәр өсөн әлбиттә ҡыуаныслы. Форум программаһында түңәрәк өҫтәлдәр, күргәҙмәләр, йәрминкәләр, слеттарҙан тыш хөрмәтле ҡунаҡтар менән осрашыуҙар ҙа ҡарала. Улар иҫәбендә ғалимдар, хәбәрселәр, экологтар, сәйәсмәндәр ҡатнаша. Бынан тыш гранд-конкурстар һәм спорт саралары ойошторола. Приезжал там, естественно, со всей России, но некоторые бывали иностранцы даже. Но вот мне удалось, так сказать, попрактиковаться своим английским языком, поговорить с Питером Карсаем. Он с Венгрии, сам учится в Москве. Соответственно, очень форум был насыщенный, несмотря на то, что он открывался первый раз и первый раз пройдется в этом году. Было очень много представителей различных партий, и мы узнали, во-первых, от них, что будет в дальнейшем с Россией, какая будет экономика в дальнейшем, что вообще происходит на данный момент в России, что будет с денежной системой. И мы узнали о кризисе, конечно же. Алда студенттарды күп ҡыҙыҡлы һәм файҙалы эштәр көтә. Филиал етәкселеге студенттарға ижади уңыштар, яңы танышыуҙар һәм яңы тәжрибә туплау теләй. Студенттар һәм мәктәп оҡыусылары менән беррәттән тәбрикләү танталарында балалар баҡсаларында тәрбиәләнеүселәр ҙә ҡатнаша. Ошондай байрам үткән аҙнала 19-нсы балалар баҡсаһында үтте. Кесәдна көнө иртән Ҡояшҡай балалар баҡсаһында иң яҡшы сығарылыш төркөмдәре балаларын тәбрикләйҙәр. Тантананы мәктәпкәсә балалар учреждениеһының сығарылыш төркөм балалары балалар баҡсаһы йыры менән асты. Сарала шулай ук Күмертау ҡалаһының мәғариф идаралығы директоры Марина Дерягина ҡатнашты. Марина Владимировна сығарылыш төркөм балаларына ғына түгел, ә кескәйҙәргә лә өгөт-нәсихәттәр менән мөрәжәғәт итте.
Вы тоже должны будете работать еще лучше, наверное, для того, чтобы поступить в школу и, опять-таки, приносить и для своих родителей, и для себя большую радость. Также хотелось выразить огромную благодарность родителям за то, что вы воспитываете таких замечательных детей, юных дарований, наверное, звездочек, действительно, которые в будущем будут вам приносить только радость. Балалардың юндудлы сағаты ул алмаз хырдары деп аталған 16-сы бүтәресе яштар таланттар конкурсында қатнашу болды. Благотворительным фондом Всероссийским «Дети России» проводился конкурс «Алмазные грани России». Деточки детского сада «Солнышко» приняли участие в конкурсе рисунков. И сегодня мы отмечали, вручали дипломы победителей данного конкурса, которые направляли свои рисунки для участия в этом конкурсе. Я считаю, что вот сегодня вот эти дипломы я хотела бы, чтобы они вдохновили дальше деточек участвовать во всевозможных конкурсах, не только в конкурсе рисунков. Это все наши выпускники, которые с 1 сентября пойдут уже учиться в школу. И вот хочется им пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутом. Это первые шажки, которые они начинают делать в жизни. И участвуя вот в этих мероприятиях, вот в этих всероссийских конкурсах, хочется им пожелать, чтобы дети занимали достойные места и являлись победителями этих конкурсов. Алда балаларды тормыштарында сағу мәлдәр көте. Улар мәктәпке барасақ. Демек, уларды яңы асыштар көте. Абыл байрамда тапшырылған дипломдар балалардың һәм ата-әсәйләрдең хәтерендә яқты истәлек булып һаҡланасаҡ. Хөрмәтле тамашасылар, был беҙҙең аҙаҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе сорашҡанға тиклем һау булығыҙ.